Скорость, трамплины, крутые виражи, снег и байк. В Бобровом лугу прошел чемпионат Красноярска по байкер-кроссу. О том, какая нешуточная борьба разгорелась на трассе, смотрим в сюжете далее. В Красноярске состоялись самые зрелищные соревнования в дисциплине маунтинбайк. Чемпионат города по зимнему байкер-кроссу. Мартовские гонки. Соревнования проходили в три этапа. Сначала тренировочные заезды, чтобы байкеры смогли ознакомиться с трассой. Потом квалификационные, в которых у каждого спортсмена была одна попытка прохождения трассы на время. По результатам определили участников основных заездов на выбывание, в которых одновременно стартовали по 4 байкера. Основная задача – как можно быстрее пройти трассу. При этом спортсменам была разрешена контактная борьба. Можно подрезать друг друга на виражах, но при условии, что руки остаются на руле, а ноги на педалях. Ты прошел квалификацию, но в первом створе упал, запутался в сетку. То, что скорость была высокая, это однозначно. И то, что не начал тормозить вовремя. Я уже упустил тот момент, когда надо было тормозить. Я просто начал поворачивать, у меня руль вынесло за пределы трассы, и я в сетку запутался. Сами заезды от этапа к этапу становились все интереснее. Высокая скорость требует от спортсмена абсолютного контроля над байком. И если кто-то думает, что зимой можно кататься так же, как летом, то сильно заблуждается. Досадные падения случались не только у новичков, но и у опытных байкеров. Причем в каждом заезде происходило по несколько падений. Бывали и массовые завалы, особенно коварным стал первый поворот. Для байкеров в этом году интереснее трасса, чем в прошлом? Да, гораздо интереснее. Здесь как бы скоростнее трасса. А сейчас, ну, твердое, нормальное сцепление с трассой. В дальнейшем, то есть вот как ехал, там уже и пухляк был, то есть как по песку едешь. То есть как вот проходить вот этот участок? Стараться удержать равновесие, главное не тормозить, да и все. Упорная борьба продолжалась до финального заезда. И бесполезно было делать ставки на победителя. Ведь сам по себе формат байкер-кросса подразумевает непредсказуемость. Только что ты пролетел сквозь створ ворот, финишировал первым. А сложно было в финальном заезде? Было очень сложно психологически, в первую очередь, потому что трасса была непредсказуемая, можно сказать так. То есть навалил снег и стало вообще непроезжаем. Самый сложный был первый поворот, на котором почти все участники падали. Медали чемпионата и ценные призы нашли своих счастливых обладателей. Седлайте своих железных коней и до встречи на контестах и соревнованиях. На этом все. Все сюжеты ты можешь посмотреть на сайтах playoff24.rf и optv.ru. Кроме того, заходи в нашу группу ВКонтакте. Смотри плей-офф, будь в форме!